Обучающий семинар для управляющих рынками компаний стартовал в Махачкале. Представители федеральных и республиканских органов власти, руководители точек продаж, надзорные органы, сотрудники МЧС и другие специалисты встретились, чтобы проанализировать деятельность розничных рынков, обсудить укрепление кадрового состава и развитие торговли в Дагестане. Подробнее в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Санитарные нормы и пожарная безопасность, тонкости оформления арендных отношений и вопросы трудового права. Каким должен быть дагестанский рынок сегодня, обсудили спикеры первого обучающего семинара по повышению квалификации для управляющих рынками компаний. В целом ситуация на оптово-розничных точках благоприятна, искоренению беспорядка, по словам специалистов, способствует выполнению пунктов дорожной карты. В тех условиях, в том состоянии, в котором находятся многие там рынки или ярмарки, как их называют, в таком состоянии рынок не должен и не имеет права функционировать. И отсюда уже понимание, законен он или нет. Также мы проводим сейчас работу по упорядочению деятельности ярмарок, то есть прописываем и разрабатываем регламенты вообще ярмарок. Сейчас такого вообще точного понимания, наверное, и у организаторов, и у предпринимателей, которые там на них находятся, точного понимания, наверное, нет, какая должна быть ярмарка по срокам, по месту проведения и по формату. Первый день встречи с докладами выступили ветеринары. Специалисты посоветовали обязательно при выборе мяса обратить внимание на овальное клеймо – знак соответствия. И отметили, что на втором рынке Махачкалы можно без опасения закупать продукцию животноводства. Там и лаборатория оснащена со всеми необходимыми приборами, оборудованиями, и там квалифицированные врачи, и которые прошли учебу в Московской ветеринарной академии. Все со стажем работы. Там смело, спокойно на рынке можете купить все продукты животноводского происхождения. И рыба, и рыбопродукты. Мероприятие будет длиться 3 дня. По словам организаторов, насколько встреча была эффективна, можно будет судить по состоянию дагестанских рынков. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.